Старший сын Игорь Лебедев не приехал ни на проводы в последний путь, ни на годовщину памяти отца. Единственное, на похороны он прислал венок со словами «Давай помиримся». Почему сын пропустил и прощание, и поминовение? Неужели обида на отца была настолько серьезной? Незадолго до смерти отца, летом 21-го года, вдруг самоустранился из партии ЛДПР и политической жизни вообще и уехал за границу. А вскоре человека с таким именем и фамилией вообще не стало. Журналисты выяснили, что Лебедев получил новый паспорт. Теперь законного наследника якобы зовут Давид Александрович Гарсия. Но в чем причина столь радикальных перемен? Почему Игорь Лебедев порвал с прошлым? По некоторым данным, сын Владимира Жириновского вывел из кассы ЛДПР 29 миллионов рублей.